Атака на полицейский участок сегодня совершена в Париже. Вооруженный ножом мужчина попытался ворваться в здание и был застрелен стражами порядка. На теле у него обнаружили нечто похожее на пояс с бомбой. Весь квартал оцепили, несколько близлежащих станций метро закрыли. Позже саперы установили, что угрозы взрыва нет, пояс оказался муляжом. Личность нападавшего уже установлена, у него ранее были проблемы с законом. Объявлено, что у преступника был листок с символикой, запрещенной во многих странах, в том числе в России, группировки «Исламское государство» и неким текстом на арабском языке. Как раз сегодня во Франции вспоминают жертв череды терактов, начавшейся ровно год назад, когда исламисты расстреляли 12 человек в редакции скандально известного журнала «Шарли Эбдо».